Тренировки с Евой проходят на ура. Бельгийская овчарка без преувеличения – пятый ребенок в семье. Хрупкая девушка, многодетная мама Оксана Харахордина служит в уголовно-исполнительной системе кинологом. Четвероногую подругу могла оставлять на работе, но забрала в семью. Она, дети и муж в ней души не чают. Вот так подходишь, смотри. Лапу, да? Вот так. Да. И какую лапу хочешь, вот так вот. Отпускай. Вика! Вика, давай, чуть-чуть осталось. Вика! Лыжи, конные прогулки со спортом, особенно зимним, на «ты» вся семья. Дочери уже стоят на горных лыжах, 4-летний Дима осваивает классические. В свободное от работы, тренировок и учебы время семья гуляет в парке. Причем неважно, что за погода на дворе, им хорошо вместе, в любую. Историю знакомства Оксаны и ее супруг Михаил уже плохо помнят. Это было почти четверть века назад, в 10 классе. Михаил влюбился в Оксану сразу, а она спустя время. Он покорил мое сердце, когда он переплывал через горную бурную реку. Это просто было что-то. Ну, это был восторг. И как бы, думаю, вот это вот сила, вот эта мощь. Оксана планировала посвятить жизнь карьере. О семье даже не задумывалась, как ранее, об амурных делах. Но жизнь несла свои коррективы. Я была страшной карьеристкой, когда я устроилась на работу. Я думала, что сейчас буду работать. А потом родился первый ребенок. А потом было 10 лет декретом. Помните, чтобы мы щуку поймали. Щуку и щуку обязательно поймаем. Летние забавы семье тоже не чужды, часто рыбачат. А вообще говорят, что секрет их многолетнего счастья прост. Делают то, что хотят. Главное, вместе и безумно скучают, когда кого-то из членов семьи нет рядом, включая их подопечных. У нас еще и хомяк есть. Как они уживаются. Отлично. Хорошо. Никто никого не ест. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.